В Мариэл завершился третий тур чемпионата республики по волейболу. О матчах, которые прошли в спортивном комплексе «Юбилейный», расскажет Владимир Толмачев. Две лиги, 22 мужские и 14 женских волейбольных команд борются за титул чемпионов республики. Локаций для проведения игр много. Среди них и спортивный комплекс «Юбилейный», в котором воспиталось уже не одно поколение волейболистов. Матчи по волейболу имеют повышенный интерес. Много желающих приходит поддержать свои команды. Я хочу сказать, что игры проводятся на хорошем уровне. С каждой игрой команды показывают хорошую игру, хорошие результаты. Все зависит от тренировочного процесса. Встреча между женскими командами «Старт» и «Килимары» держала в напряжении до последнего мяча. Хоть счет на табло по итогу встречи и был 3-0, юные спортсменки команды «Старт» дали хороший бой. Я думаю, что получилось все. Готовились мы между тренировками, там, на выходных, когда приезжают все в деревню, собирались, играли. А так, ну, я думаю, что могли бы и лучше сыграть, но в целом все хорошо. Ближайшие игры пройдут 4 февраля. Болельщиков ждет пятый тур Кубка Мариэл. Что касается чемпионата, то он завершится в апреле.